золотую медаль в супертяжелом весе 125 килограммов. Отспаривают. Алан Хугаев, Северная Осетия, Алания, Ставропольский край, параллельный зачет. Шамиль Шарипов, Дагестан. Представляем золотых финалистов. Красноплеко Алан Хугаев, Республика Северная Осетия, Алания, параллельный зачет Ставропольский край. Мастер спорта международного класса. ЦСКА. Борьбе 10 лет. Тренеры Цезарь Цепилов и Евгений Анатолий Маргиев. Алан Хугаев, серебряный призер чемпионата Европы, чемпион России. Его соперник, борец в синем трико, мастер спорта России Шамиль Шарипов, Республика Дагестан, город Махачкала. Тренирует спортсмена Шамиль Амаров. Давай, синий!
Последняя минута пошла. Счет очень небольшой, но еще минута борьбы. Алан Кудаев, Северная Сити Алана, Ставропольский край.